В Уфе впервые состоялся форум инноваторов с участием представителей 6 крупнейших федеральных фондов поддержки предпринимательства. Участниками стали более 300 молодых ученых и стартаперов республики. Как рассказали организаторы, за последние 1,5–2 года Башкортостан стал одним из лидеров в стране по инновационной активности. Сегодня в фонде Сколково участвуют 12 компаний из нашего региона. Самые популярные области разработок – инновационные технологии, нефтяная сфера, образование, авиация и двигателестроение. По оценке экспертов, в Башкортостане ждут инвестиций свыше 500 проектов, но реально, что называется, упакованных пока не более 10. Задача форума – помощь разработчикам в коммерциализации идей и превращении проектов в бизнес. Очень много проектов в Башкирии, которые реально востребованы рынком. Есть проекты, которые являются участниками проекта «Сколково» из Башкирии. То в прошлом году участники проекта «Сколково», сейчас у нас их уже 1600, не все, конечно, из них вышли на рынок, но те, кто вышли на рынок, в прошлом году заработали уже 50 миллиардов рублей. То есть это их выручка. Например, что касается участия в федеральном акселераторе Generation S, в прошлом году Уфа заняла 3-е место по России среди всех городов, подав более 200 заявок на вот этот стартап-акселератор. И более того, не просто заявок, а вот проекты, которые прошли до финальной стадии, сейчас еще до сих пор не подведен финал Generation S 2016, республика на лидирующих позициях по количеству проектов, прошедших финал.